Я думаю, что если рассматривать вообще историю СССР, существование, распада, то это как некая такая мини-модель глобальной системы человечества. Множество народов объединено в рамках одной страны было силой. Потом, когда про произошел распад, то эти народы как бы сказали, мы независимы, но тем не менее зависимость между ними все равно раскрылась. Даже с такой, при помощи таких действий, как там промышленность, полезные ископаемые и так далее. То есть они ощутили себя все равно связанными. Это о каком периоде вы говорите? Это говорю о периоде распада э, СССР и создания СНГ. Вот этот период, когда... Я, нет, дело в том, что э, то, что произошло, то, что э, Российская империя подмяла под себя многие народы и была действительно э, в своем ужасающем этом развитии, расширении, э, видела только вперед завоевание, завоевание, завоевание Крыма, Кавказа, завоевание, завоевание Сибири Ермаком. Э, это же все завоевание. Сама Россия ⁇ это Московская область, там где-то вот Тульская и, и сколько там ее всего. А все остальное ⁇ это же все завоевано. И поэтому оказалось в России такое огромное количество национальностей. И кроме того, присоединенные эти республики, азиатские, все эти, это 15 таких республик, 16, кроме народности всевозможных всего. И, конечно, поэтому тоже было для такой страны многонациональной, много э, такой... Э, Многоплановой. Да, многогранной. Э, самым подходящим таким моментом или для единения была вот эта методика, методика соединение всех как одного вместе один народ советский народ одна одна у всех база одна у всех как бы религия коммунизм одно для всех законы одинаковые все одинаковые и так далее то есть все каббалистические принципы были приняты абсолютно Э, альтруистические принципы, давайте говорить, не каббалистические, <свят> чтобы было немножко легче, сказать, воспринимать на слух. Но кроме одного, кроме того, что э, не, было взя не было взят в, в расчет э, отсутствие энергии, ну как же мы делаем машину, систему, механизм, пытаемся... Э, э, расставить в ней людей, чтобы они нормально работали, в гармонии между собой и все. И человек только начинает понимать, много я делаю, мало ли я делаю, лучше нас немножко, хуже нас то немножко. То же самое. Так ну, ради чего работать? О эгоизм его спрашивает, он его не отпускает, и начинает меньше работать, начинает меньше, и начинает так-то халявить все называется. И все, и все, все пропадает. Не хватает стимула. Вот чего не было. Стимулы хотели, решили заменить от, от незнания всякими силовыми методами. Ну, люди закрыли границы, людей загнали в, в, в подвалы, в голод, во что угодно. Но что этим сделали? Ничего в итоге. Ну хорошо, пытались создать какое-то демократическое общество. Сейчас в конечном итоге нет то, никакого демократического пришли, общества создать нельзя. Если, к если ты опять. действуешь, да, если ты действуешь диктаторскими методами, это не, дикт... не, дик... не демократическое общество. И разговоры были это сплошное вранье. Мы же сами это все понимаем. Так что это все не так. То есть были элементы. Вот что нас подкупало. Все равно были какие-то элементы чего-то чего-то построенного, да, с дружбой, с да, с дружбой, с равновесием, с, с подобием, с равенством, с чем-то таким, было снаружи какое-то вот такое проявление, и это все-таки притягивало людей. И поэтому это все как-то держалось, держалось, и держалось все-таки довольно долго. Но в итоге, конечно, к этому ко всему будет возврат, несомненно, и не только там и в других частях света мы видим, что эта идея она заражает всех и в Латинской Америке там и в Азии и в Африке потому что сама по себе идея очень привлекательная единственное что добавить туда высшую силу ради связи с высшей силой не ради коммунистической партии и товарища там Брежнева или там Хрущева какого-то там понимаем, ради их светлых лиц а ради связи с высшей силой, раскрыть вечность, совершенство. То есть, в принципе, э, как сказать, преподносится это как эгоистическая идея, mm -hmm. но основанная на принципе равенства. Когда мы достигаем Творца, когда нам всем хорошо, когда мы достигаем вечной и совершенной жизни, когда мы все равны и все отдаем на вот этом уровне, на земном, всех себя ради блага общества.